Всем зрителям канала Уральского усадьба привет. Сегодня у нас 8 июня 2017 года. Начался монтаж контейнерной площадки. Контейнерная площадка имеет длину 7,5 метра, 6 метров под баки, 1,5 метра под КГМ. Пока разложили, собрали первую секцию. Сейчас будем зашивать профлистом. Продолжение следует. Так продолжается сборка. Зашили отсек под КГМ, крупноговорительный мусор. И продолжаем стыковать дуги. Так у нас основание практически готово. Осталось обрезать профлист по торцу, закрутить последний торец. И будем зашивать поликарбонатом, ставить и зашивать заднюю стенку. Так, у нас поликарбонат закреплен, торцы зашиты. Осталось ее поставить, так как она должна стоять, то есть поднять, выставить и закрепить профлист на задней стенке. Так, контейнерная площадка у нас стоит, еще стоит не на своем месте. Осталось нам закрепить нижнюю часть поликарбоната и прикрепить профлист к задней стенке. Затем будем сдвигать ее, выставлять в линию и фиксировать к бетону. Итак, контейнерная площадка у нас готова. Получилась она длиной 7,5 метра, 6 метров для баков и 1,5 метра для крупногабаритного мусора. Каркас у нас сделан из трубы 25 на 25. Соединяются полуарки с помощью прогонов. Поликарбонат 4 мм зеленого цвета. Сама конструкция покрашена полимерно-порошковым способом. Торцы и задняя стенка обшиты профлистом. С внутренней стороны он практически под цвет каркаса, с наружной стороны он зелененький. Поликарбонат тоже зеленый, чтобы все гармонировало. Так, у нас контейнерная площадка готова. Сейчас послушаем отзыв управляющего ТСЖ. А вот это у нас где будет стоять? Все, мы готовы. Вот туда? Рассказывай. Что говорит? Все нравится? Позвонили, приехали, сделали. Молодцы ребята. Все быстро, хорошо. Откуда узнали о фирме нашей? На сайте нашли. На сайте? Да. На сайте вышли, через сайт. Нашли, позвонили. Махом за 2 дня сделали. То есть с момента звонка прошло 2 дня, да? 2 дня, да. Понятно. Все хорошо. Спасибо вам за отзыв. Довольны. Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.